И начинаем мы с новости, от которой проступает холодный пот на лбу. Автобус с неисправной тормозной системой курсировал по одному из маршрутов Ангарска. Неизвестно, чем мог закончиться очередной рейс, если бы проблему не обнаружили и транспорт не сняли с линии во время проведения рейда. Операция «Автобус» вообще традиционная. Она проводится сотрудниками ГИБДД ежеквартально по всей области. То в одном, то в другом населенном пункте. В Ангарске только за один день было составлено 12 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Чаще всего скрытые патрули натыкались на несоблюдение требований разметки и выезды за стоп-линию. Отличились ангарские водители и в проездах на запрещающий сигнал светофора. К тому же в ходе рейда выяснилось, что маршрутчики очень любят разговаривать по мобильным во время движения. В ходе также скрытого патрулирования на всех водителей, которые нарушили правила дорожного движения, составлены административные протоколы на конечной остановке автобуса. Данное мероприятие будет проводиться еженедельно.